Привет всем. Короче, мне нехрен делать. Я решил запилить прямой эфир. Сижу, жду, короче, диджей Никуана. Диджей Никуана. Че по радио? Дратути. Это очень содержательный прямой эфир вообще даже самое. У меня неделю назад, кстати, вышел EP, мини-альбом, короче, будем так это называть. Не прямо альбом, мини-альбом. Вот, «Место под солнцем» называется, короче. Кто-то уже слышал, кто-то еще не слышал, кто-то услышит, кто-то вообще не услышит. Музон какой-то. Это непонятный музон. Да что тут по радио вообще? О, нормальный музон. Такси. Интересно, если ничего вообще не рассказывать, это... Как это выложат? Сейчас место красивое. Как это выложат и как это подпишут? Ну, обычно пишут там, этот про этот про то, там. И просто так можно помолчать 5 минут. Даже мне нечего будет, никак не смогут подписать. Машина Мерседес. Немецкий автопром решает. Кстати, надежнее, чем BMW, между прочим. Но по моему опыту, не знаю, может, мне не повезло с BMW. Сегодня, кстати, в Москве в Дюранбаре выступаю. Так что... Это в центре Москвы, Рочельская. Ну, есть интернет, найдете там, короче. Новое что-нибудь. Ну, не что-нибудь, а новое. И новое, и что-нибудь старое. Вот так вот. Я как-то меня подстригли в этот раз, блин, муджахир. Говорит, густая борода, я вот не люблю, когда такая черная. Как вот приклеили. Да я нормально, кстати. На дизастера, бля, ну не знаю. Ну чем я похож на дизастера. Ну морда черная просто. Черная морда. С паркингом сложности нет, не бывает. Но бывает иногда. Сейчас платные парковки нормально. Мне въезд на Украину, кстати, открыт. Въезд на Украину, да, открыт. Ну, по крайней мере, пока. Да. Киев, кстати, конечно, хочется посетить, красивый город. Давно там не было вообще. Ну когда? У 2012 года, наверное. А на Украине последний раз я был год назад. Два года, полтора года назад. А у меня, короче, появилась какая-то фигня. Блять,
Я, короче, не шарю в этом во всем. Какая-то надпись, короче, топ эфиров. Что это значит? И потом циферка 683. Непонятно, что это вообще все обозначает. Для меня непонятно это все как бы. Надо осваивать. Бля, играет какая-то хрень, да? Действительно. Говно, да, я согласен. Не, ну неплохая попса, почему? 27-го марта. Ну что там вещают по радио? От руководства Telegram в течение 15 дней предоставить органам безопасности доступ к сообщениям пользователей. Чувак, мое место нормально. Зайди, почитай отзывы, кстати. Просто кто-то не ожидал такого. А так там 90% людей все довольны. Ну чё? Добрый вечер, в эфире программа «Призма». Да, сегодня пятница, вы не ошиблись. Сегодня пятница, вы не ошиблись. Блин, поставили хоть музон нормальный, я не знаю, блядь, чё. Вот радио «Шансон». Сейчас там музон таксистов. Такое, блядь. Радио для таксистов. Радио «Шансон» — это чисто для таксистов, мне кажется. Не, мне просто сказали, надо чаще в эфир выходить, короче, вот я решил выйти в эфир. Ну, говорят, ты не выходишь в эфир, ну, как бы это плохо, надо выходить в эфир. Типа, у тебя было всего 4 или 5 эфиров, что это такое, надо выходить в эфир. Вот я, короче, вышел в эфир. Бля, что в этом эфире делать, вообще непонятно. Нет, ну если бы у меня было важное сообщение, конечно, или там я бы хотел... Зарабатывай на Рокс-казино и получай гарантированно быстрые выплаты. Только здесь лицензионные слоты и огромный бонус на первый депозит 100 тысяч рублей. Оперативная поддержка 24 часа в сутки. Теперь это идеальное казино, посетив которое можно не только замечательно развлечься, но и выиграть крупную денежную сумму. Скорее приступай к лучшим игровым автоматам и наслаждайтесь высоким качеством сервиса. Ссылка в описании. Не знаю, выразить свое недовольство чем-то. Или же рассказать какие-нибудь новые сплетни. Наверное, я бы это выходил чаще в эфир. Почему новый альбом без Гуфа? Ну потому что он. Ну потому что так вот, там сольные треки все. Никита, давай быстрее. Ну и вот, и что я говорил-то? Не, я один в машине вообще, со мной никого нету. Я один-одинешенек в своей машине. В гордом одиночестве, тишине с радио «Шансон». Блядь, что у меня включилось? Что за хуйня? А, это фонарь включился. Да, короче, фонарь включился. Дребзи. Вот фонарь. Да я никуда не качусь, я стою на месте, на парковке, жду диджея Никуана.
Вообще обычно я опаздываю, на самом деле опаздывать это вообще мой как бы моя фишка, моя привилегия. А тут я в кои веки приехал раньше, блин, мне приходится ждать вообще, что за дерьмо. И мне совершенно тут нечем заняться, поэтому я хотел сходить что-нибудь съесть, но тут съесть ничего нету, короче, вообще, блин. Ну, поэтому я вышел к вам в прямой эфир. А, вот. Так, такие дела. Чё, как вообще место под солнцем? Это место под солнцем. Это место под солнцем. Наше место под солнцем. Эй! Блять, ну чё с музоном-то? Я просто телефон, музон ставлю, а сейчас телефон занят. Вот не зашло человеку, Влади Янг, ему не зашло. Кстати, Слимус, потому что он Слим — очень заезженное слово, короче, и Слим джинсы есть, игровые приставки есть Слим. Чего только нету Слим. Мне это надоело, поэтому Слимус. Ну, как бы Слимус — это давно, на самом деле. И это в треках было Слимус. Это не что-то новое придумал я. Пошла искать альбом. Давай ищи альбом. Ну, можешь на Apple Music найти, на iTunes, не знаю. Можешь у тебя там где-нибудь в углу у тебя лежит, я не знаю. Клипы сейчас думаем над клипами, посмотрим, что с клипами, не знаю пока. Ну, как-то хочется что-то сделать, но клип ради клипа что-то как-то снимать не хочется вообще. Ну вот, а что-то интересное, чтобы сделать, надо к этому подойти с умом, на это требуется время. Ну и поэтому, как бы, соответственно, такая вот история. Ну, наверное, будет какой-нибудь клип. По-любому. Может, вообще какой-нибудь мультяшный. Почему нет? Не было пока еще. Ну, не знаю, посмотрим, короче. Владос, альбом отличный. Кайф тебя слушать в таком звучании. Спасибо, спасибо большое. Я рад, что тебе понравился альбом, но меня зовут не Влад, я не Владос. Не надо меня называть Владосом. Меня зовут Вадик, полное имя Вадим. Можно Вадос. Но как бы не Владос, Ребзя, пожалуйста, не надо вот это вот Владос. Меня раздражает Владос, когда меня называют. Ну, правда, ну это какая-то херня. Ну, чё, ну как бы, чё, сложно выучить имя? Мне кажется, нет. Как только вы выучите мое имя, будет вам проще станет жить, вообще, мне кажется. Всем, ёпта. Ну, кто его не знает? Кто думает, что я Владос? Сука, Владос, блядь, что? Ну, футбол идет и идет, что я не понимаю. Ну, футбол идет, ну идет футбол, идет. Я имею в виду, что мне идти смотреть футбол не хочу. Я вообще футбол не так часто смотрю. Я не болею ни за какую команду. Я могу посмотреть футбол, там какие-то матчи, ну, такие серьезные, там, мирового уровня, которые действительно интересно смотреть. Там в компании, там, посидеть в баре, что-то там как-то
Но не более того. Кто меня называет Владос, тот пидор. Ну, кто первый? Ну, барбос нормально, барбос можно. Бля, как же Никван приедет, сука. А чё вот люди вот выходят в этот прямой эфир? Чё вот они, бля, что вообще? Как, бля, в чём прикол, пиздец? Где Лексус? На Болотниковской улице Лексус, где ему ещё быть? Футбол не смотрю. Ладно, давайте, окей. Давайте я вам что-нибудь отвечу на эти ваши вопросы какие-нибудь. Вадимка 777, ну ты понял, кто ты. С Яниксом? Фит? Ясли? Надо это, EP Ясли. Яникс, Слим, Ясли. Израилю шалом. В Калининграде скоро будем, да. Нет, Денис, не надо меня WhatsApp набирать, потому что я занят. У меня сейчас саундчек будет. И вообще я общаюсь с народом. Зачем ты мне будешь WhatsApp набирать, когда я общаюсь? Если я общаюсь с людьми, понимаешь, а ты мне будешь набирать WhatsApp. Соответственно, если могу пообщаться с людьми, с тобой там можно пообщаться в любое другое время. Я знаю, кто такой Скруджи. Не, ну в смысле, ну знаю Скруджи, рэп-исполнитель лейбла Black Star. Больше особо не знаю ничего. Картошку люблю вообще. Владимир, прием после Нижнего Новгорода. Не надо мне звонить в WhatsApp, блядь. Нахуй мне звонить в WhatsApp? Ну чё там? Чё у вас ещё? Чё вам? Бля, чё изображение пропало? Я не понял, бля. Чё к кому относишься? Ко всем нормально почти. Не ко всем, конечно, но... С Гуфом, наверное, будут, да? Почему нет? Когда-нибудь будут. Блядь, чё, я не понимаю, чё картинки-то нет? У меня почему-то всё чёрное. А чё, меня видно? Не, вообще. Или меня не видно? Видно меня или не видно? Интересно вообще. Бля, какой-то бестолковый эфир, пиздец, бля. Просто бестолковейший, бля. Гусли 3. Когда-нибудь, может, и будут, почему нет. Бля, почему они вас... Ну, я не знаю, меня видно или не видно, короче, я не понимаю ничего. Короче, какой-то затуп. Да, салам алейкум, Женя из Казахстана. Да, нормально взял телефон. Чё за тачка? Чё за тачка, блядь? Чё за тачка? А, меня видно? Бля, почему я вас не вижу? Чё за говно? У меня экран чёрный почему-то. Чё за бред? Мне так не нравится. Видно, видно, эфир перезапусти. Ну, ща перезапущу я. Кого перезапустить? Завершить, наверное. И снова здравствуйте, мои дорогие зрители.
Сегодня опять с вами я, Вадим Мотылев. Звонит, блядь. Сука, блядь. Все, дорогие зрители, теперь нам никто не помешает. И снова здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вечерело, ёпта. Кстати. Блин, надо помыть, крыша грязная. Куртку тебе дать, поганая? Ну ты приезжай, что забирай. Гоф чат, блядь. Ты вообще, родили, разобрался, как это все делается, а ты мне чат какой-то. Ты нахер чат, вы че, ребзя? Я красный. Ну что, я не красный, кстати. Я какой-то желтый. Потолок тряпка. Тряпка, вон, видишь, тряпка потолок. Не алькантара. Мне, кстати, предлагали сделать алькантару, но я, короче, что-то не до алькантары мне. Вообще не до алькантары, ребята, сейчас. Какая алькантара, вы чё? Алькантара, ёпта. В Балашов когда? Да, я даже не знаю, что это за город, если честно. Извините, простите меня, пожалуйста, жители Балашова. Нет, не от... Не отпиздил, нет, не отпиздил. Я добрые детей не трогаю. Ну, до какого-то момента. Интересно, а все вот эти вот все косячные эфиры это выложат, типа такие, бля, Слим там. Слим про грязную крышу там. Слим, ёпта, про... Не знаю, про, блядь... Про лужу. Про что там еще? Трек «Остаться» выйдет скоро. Он выйдет в понедельник. Пожалуйста, отстаньте от меня с этим треком «Остаться». Вы меня очень достали писать в личку. Ну, честно. Просто кусок выложили, чё вы так это, как бы, реагируете? Будет всё, ну, будет он этот трек остаться. Просто когда трек остаться, когда трек остаться, когда трек остаться. Почему поменял жанр? Ну, захотелось вот так вот сделать, сделал вот так вот. Не надо развиваться, пробовать новые, не бояться творчеством заниматься. Как бы. Можно читать одно и то же очень долго. Вот. И зайти в тупик. В итоге. В творческий такой конкретный тупик. Нет, потому что люди, ну, неплохо, что они интересуются, но просто... Ну что, смысл один тот же вопрос по несколько раз задавать? Ну, как бы, зачем? Не хорошо, что люди интересуются. Хуже, если люди вообще не интересуются твоим рэпом, твоим творчеством вообще и так, не знаю, музыкой и чем угодно. Хорошо, что интересуются. Просто очень много пишут один и тот же вопрос. Это как бы, ну... Вот я ответил, в понедельник выйдет трек «Остаться». Что-то я еще хотел сказать.
забыл. Не, ну так же вот, когда люди хотят сфотографироваться, в принципе, это может обламывать. Но всегда надо думать о том, что хуже, если бы они вообще от тебя ничего не хотели. Ты им вообще был неинтересен. Вот. Так что не стоит обламываться. Надо фотографироваться. Ну, по крайней мере, в большинстве случаев. Глаза стекло. Да я убитый просто. Сейчас это... Под мышцу. Кетычем. В мышцу, точнее. Вот, убился. Сейчас за перцем поедем. Сейчас едем за героином. Вот, короче, надо поставить. Я не к вану жду просто, чтобы поехать, ну, как бы на закладку Герыча замутить. Сейчас говорят, Герыч нормально на закладках, короче, вот сейчас не план, мы убьемся жестко. Но чтобы совсем быть убитым, как бы, ну, блядь, до конца вообще. Чтобы глаза не открывались. Так что это нормально. Ну вот, и, короче... Творчество — это такая тема, оно не имеет границ на самом деле. Можно делать бесконечно разное. Но главное, чтобы это нормально было, чтобы тебе потом за это стыдно не было. Вот. Как только я пойму, что мне стыдно, я сразу отвалю. И не будет больше ни прямых эфиров, ничего. Просто их очень много у меня. Darknet, конечно, знаю. О, приехал хэштег. Хэштег собственной персоной. Приехал хэштег, приехал диджей Никван. Сейчас мы поем за героином, короче, вот. Все поставимся дружно, убьемся. Ну, нормально, чтобы было двигаться. Ну и все это. Вот так вот. Че ты там жалуешься? Все видели? Здорово. Я закрою тачку. Бля, пиздец, вы долго. Ты, блядь, 2 часа ехали, на ровно 5. Пиздец, 2,5 часа ехали, блядь, прикинь. Просто по прямой сути. А где этот? Жора, он должен быть подъехать. Не знаю. Лазермен. Я думаю, сразу его зацепить, да. Лазербой. Лазербой. Что там, на прямом эфире? Угу. Всем привет. Это рэперы. Пойдем. Знаете рэперов таких? Рэперисты. Рэперисты. Да, все. Да. Что, ты скучал? Да, я же не могу оторваться, блин. Ну, вот ну и что, вы сняли там все? Все нормально? Вчера. Ну, вчера спорт. А, да, спорт. Должен представить, всем нам работать.